Бильярд и карате – вот два вида спорта, которые в коммунистические времена долгое время были в опале. Сейчас они переживают эпоху расцвета. Бильярд вы найдете в любом приличном оздоровительном учреждении, и не только. Это даже стало модным веянием – уметь прилично катать шары в снукер, карамболь или американку. Вот и решили лучшие журналисты губернии продемонстрировать свое умение играть в бильярд, организовав собственный чемпионат среди средств массовой информации. В нем приняли участие 14 команд, представляющие ведущие телерадиоканалы и печатные издания. В финал пробились две команды – корпорации «Федоров» и «Спортэкспресса». Сильнейшей оказалась команда корпорации, обыгравшая спортивных журналистов со счетом 2-0. Отныне подобные чемпионаты по бильярду среди журналистов станут традиционными.